Есть, есть. Нас что же задели? Нету. Он что, пьяный, что ли, был? Или что, сломалось? Нету, нет, на вон пошел, блин. Это до сих пор там стоят, что ли, уже? Встречки, блин. Опа! Блин, смотри. Снимал? Снимал, снимал. Блядь! Опа! Опаньки! Вообще обалдел, что ли? Блять, вот мудак. Да че он вообще, блять? Я за... Это реально квартира под твою маму. Но это не певица, Максим? Нет, не певица.
Долбоёбок, сука. Могли бы их поднести поближе. Ну реально, нахуй тащить машину, чтоб ехала. И что, их потом они понесут отсюда, эти два ящика? С песком? Я не знаю. Все, давай. Че отпускает-то? Все нормально. Интересно, мимо-то будет? Конечно будет. А че кузов-то не открывается? Кузов-то не открывается, сов. Уйди оттуда. Он сейчас сам поплел. А, во-во-во. Назад. Во-во-во. Да ёпта, блядь. Алло, привет. Ну да, чё? Сегодня? Ну да, чё? А, ну хорошо. А, ну мне тоже что ли съездить надо, да? Все, все, я понял, хорошо. Ладно, вот тут военный идиотизм, бля. Да тут вообще пиздец. Не, ну долбоёбы, блядь. Да вон, накосячили тут, блядь, машина с песком пришла, из окна смотрю, блядь. Вон, ящик развалился. Ладно, ладно, давай потом расскажу. Вон, на телефон снимаю. Ладно, давай, Игорь. Бля, смотри! Ой, блядь. Молодцы!